Всем привет! Сегодня 18 марта. Вот Герда стоит. Лапка болит, он поджимает ее. Вроде все позаживало, но что-то, видно, и перекусила Герка. Да, Гера? Гердочка хорошая, не буду тебя трогать, чтобы эта Гера еще не бросилась. А то она очень тут контролирует, чтоб не дай бог, отвали. Чича гуляет. Да я пришел только с похода. Ходил в город. Приехал, сейчас выгулю ее. Пойдем обедать. Надо что-то приготовить себе. Вон, Гердочка хромает, бедненькая, да, Гердочка? Моя хорошая. Гера, не лезь. Чича, хозяйка, сейчас все обойдет, все углы попроверяет. Хотел после обеда позаниматься в цветочнике, понаполнять землей, то посадить, может, тюльпан. Ну, такое, оно все грязное, какое-то сырая земля. Дождь какой-то был или вчера, позавчера. Все оно какое-то грязнющее. Сейчас только разведи эту грязь. Ногами натопчешь тут, даже не знаю. Вроде хочется чем-то позаниматься, но неохота грязь разводить. Поэтому иногда, когда жажда поработать есть, надо лечь и сказать себе, не напрягайся. От работы кони дохнут, работа не волк в лес не убежит и так далее. Куча есть пословиц. У меня был когда-то друг такой, он на каждый случай жизни знал кучу пословиц. Надо работать, он придумает, что труд обогражает человека, труд сделал из обезьяны человека и так далее. Там, если не надо работать, он другие придумает. Ну и так про все у него было. Думаю, какой ты молодец. Он говорит, ну все есть народная мудрость. Поэтому делай, как нравится. Ну, а нравится ничего не делать. Поэтому чуть-чуть выгорю, пойдем завалимся и будем думать. Мне кто не позвонит, говорит, чем ты занимаешься? Я говорю, думаю. О чем думаешь? Ты всегда есть о чем подумать. Да, Герда? Гердочка, моя хорошая. Пузатненько все. Лапку тебе повредила эта Герка. Ну ничего, отдыхай. Может, со временем все оно наладится. Бегать тебе далеко не надо. Не делитесь просто больше. И ты не лезь. Да, Герда? Не разрешает подходить к тебе, чтобы погладить твоя брюшка. Вот такая она. А так все у нас тихо, вон тучи такие. Сегодня плюс 11 обещали днем. Ну что, и затеяться с этой работы. Но оно как-то неуютно все равно. Но весна уже пришла полностью до конца прогнозов. Никаких заморозков. Дожди там на неделе, ну, то такое. Как раз травка уже начала вроде зеленеть. Хотел тюльпаны посадить, думаю, чтобы они уже начали прорастать. Ну, посажу, может, сегодня-завтра. А так ехал на Артема возле чудо-маркета. Там, кто знает, на пустыре. Там когда-то был какой-то недострой, потом его... В городские власти лишили там то ли право пользования землей, то ли что, и отдали под строительство храма. Ну, храм никак не построили, а там маленькую такую церквушку соорудили, там не знаю, кто туда вообще ходит, ну, кто-то ходит, наверное. А это еду как-то, не знаю, может, и раньше я не обращал внимания. На везде кирпича стены уже возводят, там такой храм строят огромный. Нашли время, когда этим заняться. Ну, строят и строят, значит, деньги есть. Дачечка. Вот такое. А так, никаких больше новостей. Люди ходят, машины ездят, ворон нет. Тихо, не каркают. Хорошо, что они не каркают, не знаю, куда они улетели. Может, у них где-то больше есть еды. И все. Поэтому всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Пойдем чичи домой. Всем пока.